День программиста в Институте вычислительной математики и информационных технологий КФУ отметили в необычном формате. Для студентов и магистров руководство института организовало встречу с представителями ведущих IT-компаний Казани. Конференция была разделена на несколько параллельных секций, в каждой из которых опытные специалисты делились знаниями о современном состоянии IT-индустрии и своем практическом опыте. В отличие от дня карьеры, компаниям предлагалось рассказать не о себе, а сделать упор на востребованных в своих проектах знаниях, используемых в современных информационных технологиях, программных средствах и инструментах. К примеру, один из модулей был посвящен разработке универсальных приложений Windows. Это нужно, это часто бывает нужно, в том случае, если нужны какие-то высоконагруженные в плане данных приложения, там карта, куча таблиц, куча данных, то есть это, я думаю, очень трудно будет сделать в вебе, но вот мы делаем это на настольных системах. В стенах института ожидаются много подобных мероприятий. В будущем планируется серия мастер-классов, тренингов и встреч. Самое главное, чтобы они рассказали нашим студентам, что не только владение и знание этих технологий, а в первую очередь базовое фундаментальное образование необходимо для того, чтобы быть успешными и быть действительно высококлассными программистами. Диана Вакян, Ленардо Влетьяров, Универньюз.